Господин Милан, за ваши усилия в сфере благополучия сирот и пожилых людей приглашаю вас и ваших подопечных провести у нас летний отпуск. У меня потрясающая новость. Пострижешься наконец? Нет, мы все едем отдыхать на море. Добро пожаловать в клуб Бель Азур. Позвольте познакомить вас с постояльцами. Это Лоренцо. Очень приятно. Здрасте. Не смотрите, что они угрюмые. Они вам очень рады. И правда невеселые. Что делать с новичками? О, да они и так уже одной ногой в могиле. Отлично, война! Блин, опять начинается. Они друг друга поубивают! Круто как! Держать, стой! Стоп! Вы что, все с ума посходили? Пусть Милан отвезет нас обратно. Там наш дом. Нам некуда возвращаться. У вас 2 недели. Потом я буду вынужден поместить ваших подопечных в другие приюты и дома престарелых. Разлука с детьми убьет наших стариков. Они же семья. Ты делаешь очень хорошее дело, Милан. Мы гоняемся за счастьем по всему свету, а потом понимаем, что оно рядом. Кристоф Майе. И мы понимаем, счастье было рядом. Держи, расслабься. Отпуск не по-детски.